Товарищество с ограниченной ответственностью «Каражар» сеет пшеницу на площади 4000 гектар и также занимается переработкой зерна. Собранный урожай реализуется по Буландынскому, Бурабайскому району Биржансала. Жители могут приобрести хлебобулочные изделия по доступным ценам. В целом, для стабилизации цен на хлеб, по мнению директора товарищества «Каражар» Турлыбека Булатова, нужна не только социальная ответственность предпринимателей, но и четкий механизм поддержки малообеспеченных слоев населения. Между тем, труд хлебопека нелегок и очень ответственен. Мы пекем около 44 сортов хлеба разного, ржаного, отрубного, первого сорта, взвышки, очень много. И это все ручная работа. Единственное, что мы можем здесь только разделить, всю формовку делают люди сами. Если он не профессионал, то, соответственно, хлеб уже будет, и вся формовка будет не такая, как она должна быть. В день здесь выпекают около 4000 тонн хлебобулочных изделий. Несмотря на низкую заработную плату, пекари любят свое дело. Зарина Дюсекеева, Колымбек Мухамеджанов, Сабырбек Кулатай, Кокши Акпарат.